Ми продовжимо програму «Новий день». І зараз я дуже рада представити свою колегу Наталію Чкалову. Звітала до нашої студії. Вітаємо. Це заведуча редакція інформаційних програм. І з такою приємною нагодою я хочу привітати Наталку і з нагородою, почесною нагородою, днями. Наталю, ми знаємо, що тобі вручили, я от прочитаю, як нагорода називається. За що? Відзнака Миколаївської обласної ради за заслуги перед Миколаївщиною. За вагомий особистий внесок у розвиток медіапростору та свободи слова, об'єктивне висвітлення актуальних питань розвитку країни та Миколаївської області, активну громадську позицію та з нагоди Дня журналіста. Отже, вітаємо вас з такою шикарною, серйозною нагородою. Спасибо большое, я вас тоже приветствую. Галочка, вот я только что прочла, я даже сама не знала того перечня. За что ж наградили? А як ти думала, за що? За твої чарівні, прекрасні очі, за твою чарівну полосмішку? Нет, я вообще-то думала, что за поездку в АТО, но на самом деле это не только моя відзнака, моя награда, да? Это награда Саши Пана, это награда Антона Небеся. Игоря Дорошенко, да, операторы, которые ездят и рвутся, Саши Молодцова, нашей молоденькой Юли, красавицы Юли Анисимовой. Ну и всего коллектива. Естественно, это награда и моих родных, которые ждут моего возвращения с Востока, которые все время меня поддерживают. Иногда я жертвую домом, родными, потому что надо уезжать, и, естественно, они это принимают. И эта награда, это отличие всего нашего коллектива, вот, и Гали, и Василия, потому что вы делаете большое дело, заряжаете всех телезрителей утром. Ну, это наша общая награда, я ее только вышла и получила. Ну, ти дуже красива була. Спасибо. Наталя, що ти відчувала? Ой, ну, спочатку как-то, ну, награда і награда, я понимала. Дело в том, что когда я узнала, я изначально понимала, что это наше общее, то есть нет моего, твоего. Я вышла получать. Ну, когда выходила получать, конечно же, я немножко волновалась, потому что это ответственно, да, получать награду за весь коллектив. И было волнение, наверное, вот похоже на то, когда первый раз я сказала, что я еду в АТО и получила добро. Это ваша первая награда? Это моя первая награда в жизни, да, вот такая вот большая весомая награда. А давайте подивимося на Талчин сюжет. Місто Курахове, всього декілька десятків кілометрів від лінії, яка сьогодні розмежовує життя багатьох переселенців на до і після. Лінія, за якою залишились їх житло, робота, родичі, друзі. Сьогодні в Кураховому зареєстровано майже 12 тисяч переселенців, що складає більше половини кількості місцевого населення. Вже 9 місяців тут чекають завершення бойових дій Вікторія з двома малолітніми дітьми. Від рідної домівки у Красногоровці їх відділяють лише 30 кілометрів, але повернутись не можуть. Населений пункт і досі обстрілюють бойовики. Там невозможно, у нас взагалі в квартирі знаходитися. Зараз обстріли всі слышні. Ну, у нас дом навіть в кришу там попадіння було. Вот. Холодина ж, ні води, нічого нету. Звісно, там умови немає з маленькими дітками. Біля місцевого клубу збираються люди. Сьогодні тут видають продуктові набори для дітей до 3 років. Наші волонтери роздають дитячі речі, охочих достатньо. Адже ті кали з-під обстрілів найчастіше маючи при собі лише документи. Коли почалося все це, кожне 4 утра перша бомба полетіла над містом, а пол 6 утра. Ровно каждые 5 минут. Это было очень жутко. Когда я металась, я хватала на руки ребенка, я металась по квартире, не знала, куда деваться. Сама вот в чем выскочила, я ни о чем не думала. Мы когда садились уже в автобус, и уже начался обстрел. Это, я не знала, доедем мы вообще живые или нет, что с нами будет, я не знала. Волонтери розповідають, за рік їхньої роботи до кінця налагодити логістику так і не вдалося. Багато хто не доїжджає у небезпечні райони, де їхня допомога конче необхідна, як цивільним, так і військовим. Бійці батальйону «Київ-1» говорять, одягом і продуктами їх на 90% і досі забезпечують волонтери. Ну, треба солода продати хлопцям, бо це буде ще 4-та ротація, а з Києва нічого не дають, тільки дають люди, що приїжджають. Дав волонтери. Все. Більш нічого. Тільки дає гроші, 900 гривень, тільки дається в місяць. 30 гривень в сутки взято за взагалі. Що за 30 гривень ти нічого не зробиш? Нічого.
комісія. Так і люди саме допомагають. І бійці охоче допомагають місцевому населенню. Окрім виявлення та знешкодження диверсійних груп, охорони громадського порядку, бійці батальйону «Київ-1» допомагають волонтерам дістатися населених пунктів, що знаходяться поблизу лінії розмежування. Школи, бібліотеки, там вони займаються розподілом, наприклад, міста Красногорівка. Спілкуємося, проводимо заняття з дітками, розказуємо, що не можна робити, чи що необхідно робити в разі виникнення якоїсь загрози, в разі знаходження невідомих предметів і тому інше. І цього разу супроводжують наших волонтерів у найнебезпечніші точки, аби доставити допомогу мирному населенню та бійцям на передову. Заїжджаємо в Мар'їнську школу. Незважаючи на постійні обстріли міста, навчальний заклад працює. Навіть взимку у проміжках між обстрілами навчались. Без опалення та електрики. Бійці батальйону «Київ-1» електропроводку відремонтували, допомогли придбати обігрівачі та й продуктами підтримують дітей. Ми також йдемо не з пустими руками. Волонтери привезли одяг, білизну та печиво. У дітлахів усе гаразд, про війну не говорять, розповідають про друзів, улюблені ігри та про мрії. Щоб був мир і везде було морожене. Далі прямуємо в Піски. Понівечена бомбардуваннями і обстрілами Донеччина вражає своїми вкрай розбитими дорогами. Зупиняємось на передостанньому від Пісків блокпосту. Хлопці показують понівечену техніку і один із снарядів, які лягли днями неподалік. Перемир'я не діє. От це воно розірвало. І таких було 9 штук прилетіло. От недавно? Так. Позавчора, так? Ми сиділи в підвалі і не вилазили на протяжении, наверное, 4 часов. Дістаємось пункту дислокації військових. Волонтери розвантажують продукти, роздають особисті посилки для бійців та солодощі. Аби не наражати бійців на небезпеку, зйомку припиняємо. Прифронтове селище майже знищено. Позаряд вулиць понівечена техніка. В цих будинках колись жили люди. Зараз тут порожньо. Наталю, кожен твій сюжет – це вир емоцій, це багато чого пережито. Що залишається поза сюжетом? Ну, некоторі моменти, які показувати не можна. А поза сюжетом, ну, можливо, ти не можеш передати от ці емоції повністю. То, що ти переживаєш, от остання поїздка, крайня, да, поїздка, була дуже складна, тому що ми зустріли тільки на погрузці, ми зустріли бійця, який пройшов Іловайськ, котел Іловайський, який розказує дійсно, що відбувається в армії, що дуже багато допомагають волонтери на техніку, абсолютно государство практично нічого не дає. Точно так же, як Київ-1, да, Сергей Лаколут, позывной, рассказывал, что привозят все волонтеры, потому что они остались там брошенными. Потому что они в системе МВД, когда они уехали на восток, их переадресовали вооруженным силам Украины, но ни те, ни другие перебрасывают этот батальон, не помогают и не обеспечивают. То есть, несмотря на то, что украинские власти рассказывают народу, что армия финансируется, все помогают, на самом деле, в основном это все лежит на плечах волонтеров. Василий, возможно, есть показательные батальоны, где, да, действительно помогают. Я говорю за скорее то, что я видела, руки. И за то, что, да, и за то, что, о том, что я слышала. И вот хотелось бы еще сказать, опять же, вернуться, да, к награждению. Вот кого надо награждать. Руслан Поспелов, Сергей Веременко, Света Траченко. Предпоследние – это волонтеры, которые, это только с теми, с которыми мы ездили, которых, да, я знаю немножко больше. Есть те люди, которые не показывают, они ездят поодиночке, но они ездят на передовую, помогают нашим ребятам. Вот кого надо награждать, тех волонтеров. Предпоследняя поездка, мы случайно попали под обстрел, Света Траченко с собой накрыла еще двоих, водителя и волонтера. То есть вот кого, это действительно настоящие герои, которые каждую неделю, каждый раз в поездке в зону АТО, на передовые, они рискуют своей жизнью. Они могут не вернуться, они это осознают, они это понимают.
предпоследняя, возможно, даже вот несколько поездок назад, был обстрел в Марьинке, вот в сюжете, где школу, да, мы показывали, ездили в школу, был обстрел, Сергей Веремеенко, Руслан Поспелов, они вместе с бойцами отвозили их на передовую. Ну, вот этих людей, тех же волонтеров, которые работают здесь, в Николаеве, это, которые борются с этой коррупцией на месте, потому что мы должны сейчас вместе сообща бросить все силы на помощь ребятам там. Но тем не менее, волонтеры, им приходится тоже отдавать свое время, свои силы и бороться с коррупцией здесь. Вот буквально вчера, да, незаконные заправки, пункты приема металлолома, это продажа самогона. Це і... ті матеріали, над якими ти зараз працюєш? Так, да, которые вот это, це їх несколько, этих матеріалів, ми вже делали матеріали по продажі, незаконна продажа самогона і спиртного, это пункты приема металлолома. Опять мы собираемся возвращаться к этим темам, потому что ребята, вот это, я говорю, громадское формирование «Кордон», ребята, вот, которые были в АТО. И когда они приходят, вот мы вчера пришли на заправку, вызвали милицию, ну да, контрольная закупка, вызвали милицию, и когда один из мужчин, который там присутствовал, продавец магазина рядышком, магазины, говорит: «А что вы здесь порядки наводите? Вы в АТО езжайте». Так у них здесь, извините, работы достаточно бороться, ну, с коррупцией. Смотрите, а вам не кажется, что вот при участии вот этих так называемых формирований, да, разного рода формирований, потому что их действительно много появилось после Майдана, вот, не кажется ли вам, что их вмешательство в дела как бы представителей МВД, УБОП и так других организаций, которые, ну, обязаны по долгу дела этим заниматься, не всегда происходит корректно и вносит такой элемент к определенной анархии? Потому что мы очень часто знаем, когда не совсем, бывает много случаев, да, вмешиваются люди, не имея как бы навыка общения с населением, ну, поскольку они, ну, им негде им было его взять, не потому что они плохие, да, потому что просто это учат людей. Возникает много конфликтных ситуаций. Очень часто на блокпостах случаются подобные инциденты, еще какие-то. А не должно ли государство как-то четче контролировать вот это взаимодействие активистов, да, или вот этих вот формирований с все-таки своими органами, дабы не было у населения потом определенной схемы недоверия к вот таким вот мероприятиям? Ну, скорее всего, должно быть сотрудничество. То есть должно быть постоянное общение, чтобы органы власти, да, понимали, чем дышит та или иная громадька, да, организация, общественная организация. Ну, что могу по ребятам с кордона, как бы пришли, сделали, вот вчера даже, да, контрольную закупку. Никакого конфликта. Попросили чек, чека нет. Попросили документы, которые вот каждый из нас, потребитель, да, может попросить, им не выдали. Вызывают милицию, дальше уже правоохранительные органы работают. В принципе, вот они работают в таком ключе. Но опять же, они выполняют работу контролирующих органов, которые должны этим заниматься, которые получают за это заработную плату. Правильно? То есть, а сейчас все легло на плечи общественников. Наталья, я пам'ятаю, ти після однієї з поїздок на схід країни розповідала про один з таких виявів корупції, як видача продуктів на частині окупованих територій, що українські продукти видають за зовсім інші. Ну, да, ми общались зі штабістом. Це також корупція і також привід для розслідування. Ну, там немножечко другое. Ну, різні ситуації є. Я говорю, з ними я лично не сталкивалась. Це все тільки вот по розговорам, по розказам бойців або жителей населених пунктів, ну, куди ми їздили. Вот. Ну, то, что гуманитарный конвой, который заходит якобы из России, привозит совершенно, да, не гуманитарку, не помощь, а совершенно другие вещи. Это и оружие, которое вывозят, мы все знаем, да. Ну, мы читаем, да, и это слышим. Или... Нет, мы читаем и слышим, что вывозят. Но что рассказывал человек... Ну, пам'ятаєш, було багато жартів, коли зірвалася одна машина і говорили, що масло зіпсувалося. Нет. Ну добре. Да. Нет, есть разное. Есть разное со стороны милиции, есть разные случаи, жалуются военные, жалуются волонтеры. Мы недавно общались с волонтером из Мариуполя, которые говорят, у нас мы готовы, нам ближе, чем вам, возить в ту же Красногоровку, да, где сейчас очень сложно, в ту же Марьинку, но нас не пропускают. Или вы сгружаете все на блокпост, но опять же, не военные не пропускают.
А вот именно МВД, как мне сказали. Или сгружайте здесь, мы будем сами доставлять. Вот сейчас мы ищем какие-то пути, людей, взаимодействия военных и волонтеров, чтобы действительно могли они привести в населенный пункт, раздать и быть спокойными, что действительно людям все дошло. Ну, сейчас вот даже по украинским каналам мы знаем, да, вчера была по Интеру большая передача на эту тему, и новостные блоки о том, что вот фонд Рината Ахметова, который посылает гуманитарную помощь, не пропускается на некоторых блокпостах, причем все начальство говорит в Киеве, и должны пропустить, в зоне боевых действий должны пропустить, не пропускают, в итоге люди голодают. То есть я понимаю так, что такие имеют место. Да, да. И один последний вопрос у меня лично к вам. Как вы считаете, это касается именно вот награды, тут свободы слова, всего остального, не проще было бы понимать ситуацию, если бы журналисты, которые приезжают, да, вот в такие горячие точки, не касательно даже нашей горячей точки, рассказывали, ну, показывали, рассказывали только то, что они видели своими глазами. Потому что вот когда опираются на, там, кто-то сказал, ну, знаете, одна баба сказала, да, я услышал и рассказал. Не считаете ли, что это было бы, может быть, проще тогда оценить ситуацию в целом, если бы это были прямые факты, которые видел сам журналист, и камера это фиксирует? Ну, во всяком случае, я когда езжу, да, я, опять же, кто-то сказал, я стараюсь общаться, очень много общаться с местным населением. То есть разная позиция, потому что власть будет говорить одно, военные могут говорить совершенно другое, а население это третье. Действительно, потому и хотела я поехать на Восток, потому что рассказывать о ситуации на Востоке, не побывав там, ну, это недопустимо. Недопустимо. Для журналиста, конечно. Вот. И опять же, по награде, ну, когда ты рассказываешь правду, когда ты несешь людям достоверную информацию, вот доверие зрителю, вот это самая большая награда. Наталю, дякую тобі за такі слова. Я тебе не вітаю з нагородою, бо ти дуже спокійно до цього ставишся. Абсолютно. Я тобі бажаю таких дуже хороших, позитивних. Ну, твоя робота не можна назвати дуже позитивною, ті справи, які ти... Да? Ні, коли ти отримуєш удовольствие від роботи, пам'ятаєш, Галь, коли там був ефір, да, у нас, коли це не робота, це удовольствие, журналіст, ну, це як медик, це як спасатель, да, у нас нет від 9 до 6, ми живемо цим. Драйв такий. Да, ми живемо в этом. Ну, що тобі побажати? Хороших, якісних репортажів на користь, на благо людей. Дякую тобі, Наталка. Спасибо вам, що завітали. Спасибо огромное. До свидания.